Мне за стол интересно, только так, отвали половину. О, я понимаю. Большой, за стол к нам. Я уже все, я уже на работу поехал, я уже поехал. Ну все, никого нету, все проводили. Мы вот о чем разговаривали. Присядь, маленько. Сняла ваша. Сядь, ну. Все. У Любы 7 копьен осталось, она остальные возила на себе на тележке. Я 7 палаток своих дал, но она не может быть уже, говорится, к неделе подходит. Как ей бы вывести-то? На чем? Надо как-то подумать, что она одна сделала. У меня нет ничего. Только к Игорю надо. Игорь сейчас трактор седокоску навесил, он еще косить будет сейчас. Пока нет, Игорь сегодня мамонта уезжает. А этот Терентий здесь? Он косить будет. Ну и как? Ну как будет трактор, когда ну как будет? Это не ответ. Потому что только дождь прошел, разбросали, просушили. Я понял. Вот только вчера навесил сенокоску, чтобы сегодня косить. Уже сейчас будет снимать сенокоску. Ну, подумайте, вариант какой? Ну когда вот накосит, освободит, когда прицепит то, с чем сено берут, тогда уже привезет. Ну специально за 3 копеек не будет он полдня возиться. Ну что вы? Время такое дорогое. Ну. Вот сейчас он накосит сено, потом будет они как возить, уже собирать. Тогда можно будет под этот шумок и убрать. Или дьякона попросить. Дьякон приедет завтра. Больше недели прошло. Больше недели. Полностью копешки разбрасывали. Опять собрали. Я палатками закрыл, но мои палатки не могут, иначе они все пропали. Целую неделю на солнце и на дожде. Ну что сделаешь? Как сделать, мы не знаем. Сейчас решили к Любе пойти посоветоваться. Или на тележке возить. Потом мне говорит, там буря поломала шип, что-то открыла. Как советовать? Где, на этом, на сеновале-то? Да. Ну как, закрывать надо, лезть и туда, в тот. Просто брать шифер и ложить, закрыть. Значит, сейчас мы договорились, Сергей, пойдешь узнать? Ну а это надо будет с Женей поговорить. У него, он вчера возил сеновал, у него этот еще прицепленный. Кто? Женя. Поговори с ними. Ну вот с ним надо поговорить. Мне нельзя к нему с ним разговаривать. Ну. Вы, значит, поговорите, чтобы она там или как пошла к нему. Просто трактор, тележку, даже вручную набросать, и то это легче будет. Ну, да. Возили наши вместе с ней, она на двухколесной. Зачем? На трактор, на тележке, трактору, тележку. Ну вот как-то там, как подъезд, какой там, тележка, как. Ну. Она одна, никого нету. Ну здесь все проще, вы на Т-16 на тракторе ездили? На маленьком тракторе-то. Сергей вроде ездил. Ну ездил, все. Сейчас вы доехали до Игоря. Спросите, он на ходу или нет, этот трактор у него. Взяли этот трактор. Я не знаю, телега-то можно нет прицепить, не потянет. Даже на этом тракторе и то можно перевезти. Наложил только на этот, ну кузовок привезли, раз, два, съездили, все. Проще. Маленький тракторенок, это возьмите на нем-то, я перевозил на нем. Это сделать надо сегодня. Ну сегодня Игорь уезжает маму, то вы сейчас доехайте кто-нибудь до него, там поговорите, как вы, может нет Т-16? Я поехал, я здесь. А ты еще пришел-то? Ну ничего, я просто с вами повидаться. Ну так это, какой порядок-то идти, к кому идти сейчас? Я сказал, к Игорю сходите. И Игорь, если трактор Т-16 на ходу, он даст, аккумулятор поставить. Ты сможешь на нем ездить? Ну, если показать мне там. Ну, не ездить, значит, только загробить. Да не годится. Там один только, там же это не машина, там одна нет. Скорость, включил ее. А, ну, ну. Ты не ездил, тоже нет? И ты, Володя, ты же ездил, наверное. Никита. Покажите нам. Ой, все. Ну, вот и все, вот я в том-то и дело, приехал человек новый, ничего не умеет, и никто ему не научит, иди отсюда, короче, не очень. И пошел. Да я сейчас что, проще сделать? Не, я просто его учить. Батюшка говорит, Варенна, да, можешь тормознуть-то хотя бы? Сейчас когда ты хотел, ты уже ни хрена не узнаешь. Тихо, все. Сходите к Игорю и спросите, что там у него. Может быть, даже если Ерема дома, Ерему попросить, что Ерема, тетю Любу вывезти сено. Если он будет на тракторе, вы только наложили, быстро здесь, кого вы там за пару часов управитесь. Сегодня кто коров пошел пасти, кто видел? Ну, это тележку-то больше, которая Устина. Зина, это Лиза? Устинов длинный такой, я забыл. Исаак. Исаак. Ну вот Ерема дома сегодня.
Сходи сейчас, пока Игорь еще не уехал, мама-то собирается ехать. Может, он ее удаст, и вы перевезете на тракторе. Он на тракторе сядет и перевезете. Идите, я пошел. Я тебя спрошу сейчас, смотри. Батюшка против тебя сидит здесь, расстояние 20 сантиметров. Ты видишь, у него шевелятся губы. Ты видел? Нет, я же не... Он не видел, понятно. Ни глаза, ни уши, ни... И ты продолжаешь дальше ломить свое. Ну то, что ты говоришь, она копейки не стоит. Он тебе говорит предложение. Дальше он уже говорить не будет. Встал и ушел. И ты не охнул, не ахнул, даже уже. Ты сам подумай, что это такое? Настоятельница сказала, и она в букву К пишет. Первый ключок сделала в букву, второй уже не делала. Она положила ручку, побежала делать. И ты сидишь дальше, давишь. А что давишь-то? Ничего и нету. Опять на пустоте. Конечно, так ты и с женой разговаривал, и с этими. Ты больше слушай, перерабатывай. Ты как Шариков в начальном состоянии человечества, только еще. Тебя слушать и исполнять. Все, болтанул, батюшки нету. А что, голые руки, ничего у тебя больше нету. И даже нужды никакой нет. Ты не сожалеваешь, у тебя нету нигде сожаления настоящего. Быстро найти виновного. А почему? Ну, батюшка же видел, что у тебя губы шевелятся. Ты мог прекратить говорить, меня выслушать? У тебя хоть такая мысль-то мелькнула. Ну, варианта только два. Кто-то должен замолкнуть. Два говорят, друг друга не слышат. Мы его спросили, не тебя. Понимаешь, на каждом шагу с собой разговаривать, как с ребенком или с хулиганом с каким-то. Я есть хулиган. По жизни. Я разговариваю со священниками, которые у батюшки сидят за столом. У батюшки, видно, не все под духу. И он говорит, время-то позднее, ты бы пошел уже домой-то. Я пол предложения не сказал, поклонился, поблагодарил и пошел. Ты понимаешь, над собой работать, это годы уходят. Один раз мне так случилось, где-то 3 месяца я не сказал ни А, ни Б, ни одной буквы. И все окружающие знали, что я глухонемой. Ты себя не знаешь. Испытай себя. Вот тебе сейчас испытание утро было, нуль. Даже на единицу не сдал. Так, кто поедет к Игорю? Сергей. Иди к нему и все. Ну, сначала к Любе забежать, наверное, или к Игорю. Так, это что у тебя остался за пустыши? А, хлеб что ли? Ну да. Ну это черный? Не черный. Иначе хлеба не получишь ни крошки. Что значит черный-то? Вот он, весь хлеб, вот он. Ни его не трогали, ничего, вот он. И сидишь капризничаешь, а своего ни копейки нету тут. Это не годится. Я размачиваю это и ем. Они обрезали горело, я подошел, она горела там миллиметра на 2, наверное. Я все обрезал себе и Марина покушала. Все уже обрезанное к выбросу, заново перерезать. Чтобы ни одна крошка не пропала. Мы недостойны как-то здесь выдумывать чего-то, потому что мы не работали, пшеницу не сеяли. Сейчас пока ничего не делай, не одень. Ты эту чашку трогал? Почему она, когда в стол? Я сказал не трогать. Ты даже не слышишь вообще никого. Я не успею сказать, ты уже плюнул. У меня рефлекс уже. Я сказал не трогать. Смотри, полностью 20 сантиметров. Почему он стоит у тебя, свешивается? Это у брата. Это я ел, Игнатий Николаевич. Женщины все время этим занимаются, все время. Где не посмотришь, стоит на полу, бах, бах. Смотри, сколько раз она упала. Погляди, у нас ни одной посудины нет не побитой, ни одной. Стеклянных, одна же, 3-литровых банок. В один день утром я вынес, кажется, 6 или 8 штук разбитых. Что вы делаете-то? В малом ты не верил, кто тебе больше доверит? Это что, чеснок? Отодвинь его. Косточки были здесь. Почему ты их не положил сюда мне? Ну как-то, ну маленько. Бросил, все, ушел. А это я уже заберу. Вылазь. Начинаем снова с нуля. Запомни, никогда никого не перебивай. Глуп тот, кто говорит, не выслушав. Глуп тот, кто говорит, не выслушав. А ты выслушал, положил, я думаю. Папа иногда отвечал, только через 3 месяца. Я у него научился. Он сразу записываю, начинаю об этом молиться, смотрю места писания, что об этом говорят. Идет настоящая работа, какого проклятия, а он только два слова сказал. Ты нарочно головой пользуешься.
А для чего голова? Говорит, шапку носить. А другой говорит, а чтобы кашу есть. Голова для этого у него. Боже, тебе слава. Единый всемогущий Создатель, хвала тебе. Прости мои согрешения и благослови наших близких друзей, братьев и сестер в пути. Возврати их домой с радостью. Все недоброе да будет забыто. Но где, Господи, Твоя рука, Твоя мысль, да сияет это для них всегда, как солнце правды. Благослови сестру, любовь, и все устрой, о чем мы рассуждали. Дай нам силу, желание и ревность помогать ближним. И сердце Игоря расположи к этому благому делу. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Христу. Готовят сестры. Все хорошо. Но лучше Володя они не готовят. Вот он готовит. Вот они натолкают что-то, какого-то света там, не принимают. Вот он взял что? Картошка там, вода и лапша, кажется, больше ничего нету. И у меня организм никогда не болеет от этого. А там съешь, не знаешь, от чего помрешь. Так, давай, дружок. Бог тебе в помощь. Мне дадите знать, пока готовим виллы и все остальное. Освободимся, если я пойду сейчас стаскивать палатки.